Приветствую всех в игре Scam. Это дневники, с вами Роман, и в этом коротеньком видеоролике я хочу поделиться с вами одним способом, как можно эффективно и быстро прокачать такой навык, как снайперская стрельба. Это во вкладке «Интеллект», «Снайперская стрельба». Сразу скажу, что качается этот навык, когда вы используете снайперские винтовки и стреляете через оптический прицел, вот так вот. Не просто через вот так вот, а когда именно смотрите через оптику. Вот в этом случае качается снайперская стрельба. Чем дальше до цели, по которой вы стреляете, тем больше количество очков дают за попадание. Ну и, конечно, не просто нужно стрелять в никуда, а нужно попадать в зомби или в роботов. Так вот, есть на карте такое место, называется дамба. Я видеоролик по этой дамбе снимал. Если кто не смотрел, в плейлисте этот видеоролик есть, можно посмотреть. C2, левый верхний угол, находитесь наверху, на самой высшей точке этой плотины. И отсюда стреляете по роботам. Ну и тем самым качаете снайперскую стрельбу. Я взял винтовку Маузер. На нее чаще всего можно найти патроны. Можно, конечно, использовать и другую винтовку. Но вот использую Маузер. И стреляем по роботам, которые ходят внизу. Давайте сейчас замерим, сколько у меня и здесь снайперская стрельба. Половина занята. Ну вот, 128 760. Ну и давайте попробуем стрельнуть по роботу. Какое расстояние до земли? Давайте посмотрим. 322 метра. Поэтому выставляем вот так вот. 300 метров. И стреляем по роботу. Так. Давайте еще разок, я уже забыл. 128 760. Ну вот, робот на тебя смотрит, на меня. 130-300. Ну вот, считайте, 1200. Так, теперь 130-300. Еще разок. Сто тридцать один пятьсот. Ну, 1200 за одно попадание, видите. И вот таким образом. Ну, тут, конечно, мне до следующего уровня миллион надо набрать далеко. И, кстати, давайте посмотрим, если я буду стрелять из М1. Здесь тоже у меня оптический прицел стоит. Не долетает патрон. Вот попадание было. 132 800. Ну-ка, если я не попадаю. 132 800. Да, не качает. Нужно именно попадать. Нужно именно попадать. Вот попал. 134 500. Ну, приблизительно столько же. Так, 134 500. Давайте еще разок. 136 200. Ну, 1300. В общем, примерно одинаково, что с М1, что с Маузера. Вот такой вот способ, если кого-то интересует, как быстро прокачать эту снайперскую стрельбу. Здесь безопасно, что роботы по вам не откроют ответный огонь. Вот почему дамба. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, этот маленький коротенький гайд будет полезным вам. И не пропускайте серии дневников Scam. Увидимся.